Короче говоря, 24 часа на батутах. Блин, два скорее! Мы уже пришли! Ага, тебе легко говорить! У тебя же не такие ноги, как у меня, короткие! Зато уши у тебя огромные, ушами тебе помогают! Фу, добрались наконец-то! Сегодня мы с Чебуреком пришли в крутейший развлекательный центр, чтобы оторваться по полной. Здравствуйте, яйки, если вы тоже что, обожаете развлекательные центры. А еще напишите в комментариях, что вы любите больше, горки или батуты. Вот они, мои любимые батутики. Чебурек! Просыпайся, Соня! Давай веселиться! Ой, Марк, я уже так повеселился, пока сюда дошел! Дай поспать, а? Иди сюда, ленивая уйма! Будем веселиться вместе! Ох, и оттянулись мы здесь с моим мохнатым! Горок съезжали. Войнушки рубились. Каждую дыру облазили. После этого пополнили энергию. Потом на батутах напрыгались. В кубики нанырялись. Эй, снимите кто-нибудь меня отсюда! Сейчас его отдельно спасу! Чудили, в общем, как могли. Точно, у меня есть гениальная идея. Ого-го, каждый раз, когда у тебя появляется идея, шерсть на моих ушах дыбом встает. Давай, когда центр будет закрываться, мы заёмся в кубиках, чтобы нас не нашли. И всю ночь проведём внутри. Нет, Марк, я боюсь. Здесь ночью темно, страшно, пусто. Да не боись, я с тобой. И пока у нас оставалось немного времени, мы с Кудлатым поиграли в Angry Birds. Запуск. Страйк. Я хочу домой, к маме. Когда осталось 5 минут до закрытия, мы соорудили для себя убежище. Поудобнее в нем устроились, замаскировались и стали ждать. Вот уже стали выключать свет. И стал собираться домой последний работник. Марк, Марк, просыпайся! Уже, наверное, ночь, и все ушли! Что такое? Почему мы здесь ждем? Потому что мы всю ночь с тобой в кубиках проспали! Я же говорил, что это была плохая идея! О, нет, больше никогда не буду так делать! Там тебе еще от мамы влетит за такие фокусы. Короче говоря, 24 часа на батутах. Ребята, если...
если вы досмотрели это видео до конца, обязательно ставьте лайки. Я досмотрел и поставил лайк. А ты? Да иди я! Пойди, пойди.